И ты пока единственное исключение из, из всего правила, да? Мой, скажем так, рационалист во мне бунтует по поводу тебя уже давно. Поэтому тебе надо сделать выбор. Либо ты, соответственно, играешь так, как нужно, да, и тебя устраивает, либо, соответственно, ты ищешь другую команду. Потому что 3 часа в день это просто ничто. Даже мы в Котс, когда играли, у нас было 3 часа, и там каток было на порядок больше, чем здесь. Ну, потерпеть надо где-то месяц, пока дофига команд не появится, а потом, типа, выбор будет больше и из команд, и, может, и по времени еще получится. Ну да. Как только скрин появится, команд появится много, но желательно до этого успеть набить руку. Просто видишь, Слав, в чем проблема, да? Первый состав на роль АДК ты уже не канаешь, потому что, во-первых, я хочу первый состав набить... Ну, серьезно, подбить. У тебя проблемы с позиционкой и с фидом конкретно. Вот, я объясняю это, да? Потому что, ну, уже как раз я это вижу. Это уже эпопея, я не знаю, сколько длится. Со вторым составом, да, пожалуйста. Но ты реально единственный человек, последний, кому я делаю подобные исключения. По поводу 7 часов. Больше... Больше такого ни у кого не будет. Если человек будет появляться в 7, я буду ставить, вот как сейчас Манс. Да? Манс не появился, он предупредил меня. Я поставил ему пропуск. Мы сегодня, да, ты начинаешь вот это, ну, типа, 6? Сегодняшнего. Вчера. Окей. Потому что я объявил это, когда там, в понедельник, во вторник, что я буду делать подобную схему. Не переживайте, да? То есть, и Слава, и... Тёма, да, то есть все, что вы вот раньше пропадали. Они не засчитывались, я понял. Да. Круто. Нет, мы ушли в бой, мы в поиске, а что? Ну ладно, а ты потом мне можешь отписать там по поводу... Короче, инфа есть, её нужно сообщить тебе лично. Лично мне? Да. До 9 терпит или нет? Да, терпит. Ну вот, давай в 9 тогда. Да, окей. Только ты напиши, потому что у меня же стрим будет, мне нужно будет. Блин, а долго вообще? Долго или нет? Нет, недолго. Давай сейчас быстренько мы в поиск. Во второй канал. Я слежу, ребята. У меня в другом TeamSpeak, где я в ТОС играю, у меня иконка стоит написано топчик. А здесь у меня краб. Топчик, я тоже краба этого, кстати, заметил. Еще когда только начался TeamSpeak. Причем это, судя по всему, ну такой, единственная ассоциация, он называет краба из Ариэль. Из мультика про русалочку. И я прям вообще... Мы прям вообще на дне, короче. Да-да, упал просто. С топчика. Да там топчик. Кариэль. На дно. Кто проживает на дне океана. Блин, так стрёмно, короче, я когда мы начали в ТОС играть, я думал, я почему-то был уверен, что там все как здесь. Ну или, по крайней мере, как игроки в Парагоне. В смысле, ты зашел, ты две игры насосал, а потом третью, четвертую, пятую, ты уже можешь колить, и все делают, что надо. А там реально коллективный дебилизм. Там, блин, все делают вот, типа там, мы договорились до 90-го прокачаться и ждать остальных. Прокачались до 90-го и качнулись до 120-го. Я отстаю, потому что я еще в Парагон играю. Ой, блин, мы могли реально такие деньги зарубать. Там в первый день люди $5 зарабатывали за то, что можно нафармить за 10 минут. Нормально. Там такой бред так вообще. Ты там... заработал? Я заработал, но меньше сотни. Вот если бы меня подождали, мы бы... Мы начинаем по вардингу то же самое, что и вчера. Все помнят? Да. Слава ближе к миду красный. Ага. Если, короче, вы пошли играть в ТОС, то мы заработали на каждого по сотке в первый день, по-любому. Катакот, ребят. Катакот и ним. Ого. Катакот на вас? А вот... А, два... Я не вижу Тиму Нимпа, но он играет на мёртвый, как обычно. Нимп в соло там насливал. Так, стоп. Кого нет? Слабо нет. У меня два колоды. Ближе к миду ставь, короче, Гидеон.
Ближе к миду. Понял. Потому что он не успевает, видишь, да? Всё, Слав, за варди красный баф, и всё. Ты иди. Посмотрим, пойдут ли они. Как забираем? Почему синий баф коряво заваржен? Ваню заваржен, сам баф заваржен. Вайна, около вайна. А как ты его чё, мы всегда его варнили так? Надо, надо, чтобы... Надо, чтобы лужа... блин. Хоть показываю вам, реально. Ты показывал, точно так же я и ставлю. Лужа его не видно, эта тварь. Надо, чтобы... Видишь, вот посмотри, как с красного на лайне. Видишь? Он не виден, с лужи, но при этом его никак не расстреляешь с лужи, но при этом он палит лужу, вот что мне нужно. Так и тот палит лужу, ты о чем? Все, я подошел, можешь он начинать, я подошел. Как? Стоит за стеной, да он нормально. Поведел. Просто подбежал. Я уже кирку сожрал, если. Я тоже, давай. Беленький. Сейчас ты уфигаешь. Мелкий только фигарит. Пойдем за белым. Да, можно не. Не, где он? Нет, не ним, это катакот. Взяли второй. Ну, а мид пустой, мы сейчас пойдем левый ганг. А, ним. Направо пойдем? Нет, 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 нет. А кто на миду? Грук. На миду Грукс и Рампейдж, мы туда не идем. Если что, вы сможете даже. Мы оттуда отошли, я не знаю, мы так не пройдем, нас убьют. Давай, Слав, давай, давай. Пилота, или давай я на мид пойду. Ну, давай. Постой там чуть-чуть. Слав, ну где я пишу? О, блин, Слава. Конец просто. Бодибочина. Ушли Грукс и Рэмпейдж налево. Да понятное дело. Блин, Слава, блин, сейчас мечом промахнул. Уходите. Понятное дело. Беда бежит. Грукс, нет, Грукс вернулся, да. Пойдем на мид, Слава. Мы идем, мид. Слав, я тебя умоляю, не промахнуть на экран. Пусть он чарнет. А он не, он Слав видел, там варка подстоит. Давайте. Нет? Понятно. Вар... левый лайн Харвет. Левый лайн Харвет. Ты правильно говоришь, Слав. Левый лайн, у тебя ключ есть? Нет. Почему ты? У меня нет кого-то. Вернее, на этой колоде нет второй. Так, а ко мне тут пацан подошел. А у меня чуть-чуть инфы не было. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, я выжил. Он промахнулся. Слава, уже кого? Мирель отошла с него. Где Слава? Я на базе. Слышишь, Тём, аккуратнее там. Да. Ну пока нет, тут вардов нету, я тут так стою. Аккуратненько. Жду. Не в череп камень. Двин второго. Слав, иди сюда. Слав, что ты там долго так возишься? Давай, давай. Я на Рэмпейдже в третью катку играю. У давай. Меня две колоды на нем. И то я взял не ту, которую надо. Блин. Потом. Слишком долго ковыряешься. Так, ну вот с этим щенком я фармить не могу тут, типа я деньги не зарабатываю. Давай, Паша. Я же тебе сказал, что я не иду. Пошли. Тут один катакор. Давай я, короче, через бэк, может, на мид переходить. Давай. Ты там крипов откушай. Ну, нормально. Куплю. Лес, Слав, пошли. Что может? А, так я понял. Я могу на мид выйти и... Пошли их забирать. Пошли на мид. Блин, я... Слава. Я собирался их серый забирать. Слава, пошли, пошли, пошли. Нам ганкать надо.
Нимпа, желательно. Нимп, гад, 25 кипов убил уже. На кого? Грукс. Все, ушел уже. Право, 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 давай, шутим же, за мной, за мной, за мной, за мной. Ты что, на видео встанешь? Ну, да, да, да. Да, он видел, что вы уходите. Причем я не представляю. Что я вижу? Стоп. Я разминировал только. У меня вард был здесь. Стой! А, стой! Это пока не правда. В ихний лес, Слава, сюда. Ним пукнул на базу. А, нет, это не он, стоп. Кто я это был? Фармлен. Я с вами. Вин направо побежал, тоже сюда. Лес от фармлен. Понимаю, кто у них фармлен? Грух. Крупс на меду стоял. Рампейдж. Он их рампейдж? Да. Крупс вон уже бежит. Видите? Окей, да, да, да. Я могу подойти. Отлично. Ну, замедлил. Нет, не замедлил. Ладно. Ой, господи, Слава. Учись кирпичи кидать, блин. У Манса вообще ни одного промаха. Да он третью катку играет, что-то так не всех мне. Я на всех наседаю. Да это не проиграю, кто? Протест снимается. Здравствуйте. Коля, есть ульт? Пока не надо, но я просто... Я бегу на тебя. Серьезно? Я бегу на тебя. А, ты летишь уже, да? Ну я прицелился. Давай, давай, давай. Я тоже бегу. Запомни, что ты инициируешь, пожалуйста, включен свои. Так что, деремся? Ну, рампу бежит. Он четвертый уровень, у него вообще нет. Забедло на нем есть. И беги. Я запрыгну тоже. Не убьем. Слишком мало урона у меня сейчас. Крипов надо всех забрать. Давайте просто спушим, они уходят домой. Все. Давай. А что такое? Я что-то так больно реагирую, когда они... Как они пусы противника. Не, ну просто видишь, там рампейдж. Просто есть кинет, сразу я нажал. Тиханул. Я ману не знаю. Черный, красный и этот бафы. Ребят. Да, 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 мы да, тоже убрали. Да, они уже разобрались. Убрали. Они бы. Хорошо. Сейчас понял. Мы его нужно перекинем. Да? Да, теперь закинем. Ну ты прям на скеле. А, так, я заберу и бэкнусь. Возьми белый кэмп, Слава. Подходи, сука. Белый, давай заберем. Стой, 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 давай белый заберем. Давай. Ручками буду. Слав, дай хоть потом левый ловлю. Угу. Я потом харвестер заберу, короче, на базе. О, ману появилась. Да я могу забрать. Смита кто-то был, отошел, не увидел туда. Не лезь пока налево, Слава. Выкайся сразу. Да, хорошо. Пусть он под башенку зайдет, я иду к тебе. Зато сзади рампейдж. Ага, отходи. Уйдешь? Нет. Я пошел, да? Ты можешь... Давай, подходи, вон белый кемп на миде заберем. Я встал. Да все равно пока не уйдешь, вроде. И вместе пойдем с тобой. Так, что-то мы его принять можем. Мы не смирели есть тоже. Иначе нас остается без грехи. Смотри, смотри, у тебя вышли. О, блин. Я отошел. Да, хорошо, давай. Чё на меду? Групп, на меду да? Групп меня убивает, может быть... Нет, не убьет. У него маны нету. У меня маны тоже нету. Я захожу. Давай, ну у меня есть на один скилл маны. Я захожу слева, ребят. Хорошо. Ну чё, групп, да нет? Кто хочет пойти мёртв до седьмого уровня? Ты один там, маны. Нормально. Надо ливать, а то сейчас по бокам обойдут нас и убьют. Мёрдок отошёл куда-то. Понятно, дело. Я налево. Толпа бежит.
Я возьму Харвест. Пак белых крипов. Ну слева, да? Кто-то со мной? Чё слева, Коль? Двое, да, пошли. Блин, я, конечно, не думал, что они будут в трубку заладить прям, но... Не, отошли. Я бэк не дефаю, справа. Топа уже вон лук вышел. А, блин. Ясно. Так. Но они на баф, наверное, отошли. Недостаток активных слотов. К ним пришел. И у них вышки нет, так что его можно спокойно с другой стороны обойти. А, вы не вижу. Я понял. Надо бы тогда еще. Слав опять попал. Господи, Слав, уйди. Просто, блин, просто вали оттуда. Походу, Грукс у них ультанул. Да, Грукс ультанул. И, кстати, он бежит за мной. Нимб в их лесу. Пойдем зайдем? Ребят, пойдем. Я бегу. Мириэль. Я без ульты 20 секунд. Я просто пешком. Он на синий пошел. Да, слышу его. Кажется, слышу. Тут еще подошел. Блин. Или на Харвестер. Нажимай. Давай белый заберем. Угу. Ну что, тут хрень возьму. Туда пошел. Да, я. Там варды, я думаю, где-то есть. Я поставлю, но. А, нет, подожди, нету пока. Пошли лево, давай попробуем. Слав. Крови попробуем. Ты кирпичом прям заходи на него. А, блин, чего нет? Давай пропушим. Правый лайн лук, смотри аккуратно. Да я туда не иду. Блин, пока. Это хватит фармиться, но я не знаю, его не подловишь. Он вообще аккуратно. Я к ним на красный вард поставил. Вот, Грукс вам идет. Но он у тебя есть вард? Да, от меня не оторвался. Уходим. Да. Выжили. Лав. Ой. Лав. О, просто, блин. Пытаюсь. Мало. Идите на миду. Да. Сейчас его добьет, мёрдок. Не стой, только невидимость противника, пожалуйста, Слава. Рампа еще идет к нам. Я лево. Да, рампа идет налево. Тебя идет? Сквозь тебя непонятно. Аккуратно, правый лайн. Да. Ним пропал. Ним направо скорее. А он сюда же пошел. На меде деньги. Вот так вот. Лево, да? Харвест. Да, Харвест будет. Трамп. Пойдем защищать меня, пока все равно не пойдем. Блин, он наши деньги забрал. Блин, я налево шли. Ну ладно. Я сейчас... У них белые кемпы резнулись. 32 секунды наш красный. Ой, нам забирают башню заберет под ультой. Я и бегу пытаюсь. Такое. Пропустили жестко. Пол башни. Да там могу. Я на красный бегу. Идем, Слав, бегу. Слав, идем налево. Не будем групп. Ой-ой-ой, групп. Налево. Ну, да, мы бежим к тебе. Вот так вот его и держи, не дай ему только сделать эту херню. О, сейчас будет телепорт. Да, вот сейчас и бежит. Да не бежит. Ты его расколот. Давайте. Там от меня спит. Лук черный. Спушьте лайн. Что лук, а что лук, не так? А, Гидон направо. Гидон, давай задефишь вправо. Я не знаю, успею ли, но вам надо еще черный взять. Что, куда? Слава! Куда? Не, меня зарутали. Я сдохну сейчас вообще. Сдохнуть не надо. Я сдохну, скорее всего, не знаю, там сейчас ульты в меня пойдут всякие. Прикрывай меня лицом, он сейчас ультить будет, наверное. Нет, ну башню справа потерять нельзя, я бегу туда все равно.
Все, слава. Давай Т2, не? Не, лучше бы лучше черный бы взяли. А то нам все снесут. Не, отошли, ребят. Тогда уходим. Надо красный забрать. Я бы лучше черный взял. Давай черный. Идет с ним. А, он. Ну, это рампи, давай, подойдем. Красный. И потом да. Красный, да. Их рампи. Этот рампи наш. Их не они уже забрали. А, не вздумай, падла! Не вздумай! Где вы? Ой. Там еще. Пошел к черту! Все, так, кто-то на помощь идет ко мне? А все, я пока жив, но я тут, ребята, между двух ультов стою. Они без ультов, их убивать можно. Лево. Попробую. Все, у меня нормально все справа. Ну, как сказать. Я постараюсь, я... Я уйду от него. Ладно, давай, наверх. А ты взял красный, нет? Нет, ну, тут ним под красным. А я крипов. У нас забирают кемпы. Наш синий, возможно, забирает сейчас этот танк. Надо убить его. Он вроде мимо побежал. Ну блин, я боюсь туда идти, потому что... Не, синий стоит, он побежал. А, все, надо забирать быстренько. Смотри, здесь вар. Вот тут вот. О, спалил. Хватило. Не стреляй, спалил. Да, я понял. Да. Пойдем на карту. Пойдем. У меня есть подозрение, что наша это заварная стартует, я возьму. А, окей, отлично. Надо как-то синий взять. Лево. Кстати, ой, просто забирает. Я харвестер. Пойдем, грубца. Где ты? А, ты на базу, да? Да я быстро все равно. Пойдем, грубца. Ну правую башню надо, чтобы точно кто-то все время пас. Там он ее заберет. Что, вы синий забрали? Да, мы забрали яблоко. Я стою, я с пультой все равно. Давай. Там белый там. Да. Друг, на место. Аккуратно. Слава. Наверное, подойди на них. Блин, лево. Блин. Я могу налево перейти. Переместись, лук. Хорошо. Ага, он в наш лес, группа пошел. Ребята, а пошли. Ничего нет, наш. Пошли. Да, пошли убивать. А, они сейчас, они все там. Там, да, там еще есть. Так, все. Во, вот это сейчас убивать надо. Да. Убежал. Они на Коле. Ну, давайте право. Пошли. Коля, аккуратно. Нифа, ребят. Ой-ой-ой. А чё, не взяли его? Давай, по нимпу, похуй, блин. Да, ты сам не стоит. Ульти, смерть. Блять. О! Он же уйдил! Но не уйдил. Там сказал уйти. Я стал пин. Ты стал меня уже. Ну и параша, жесть. Я зафейлил, я... не телепортнулся через эту штуку, я упал вниз. А, они так бы минус два было. Да давай эту турель, она. Не, вышку, да, вышку отдавай, ты умрешь. Я бегу тут, ладно. Мне кажется, они поймут. У нас грибы в левую тут. Не, погоди, нужно. Они ушли, да, я на мид туда пошел. Да, они бэкают сюда. Можно сейчас пока, ну, на развороте забрать баф и отнести на базу его. Ну, босса, в смысле. Потому что они к нему скоро будут готовиться, их сейчас нету. Только сейчас там можно. Я поставлю вар. Поставишь вар туда? Да. Давай. Ну, типа пока они бэкнулись, мы могли бы его забрать, потому что пятером тут были. Сейчас уже может уже и нельзя.
А потом они просто заберут его первого уровня, им будет легко. Так, сейчас. Сделаю вот так вот. Повестер стоит. Аккуратно. Друг подходит на мид. Аккуратно, не забывай. Сколько было 24 очка, 33. Хорошо подравили. Да? Они направо бегут. Они варды ломают. Я пошел налево, ребят. Вышка падает. Там мёрдок, ой, тянул зайти один раз. Ну он мимо парни свет. Он бежит на них. Ну они собираются на виду, короче. Что у нас. Почему у нас варды здесь? Почему варды не разрушают? Они потому что я здесь один стою, а они втроем здесь. Ну, сейчас уже вчетвером. Типа они мои сломали и свои поставили. Кто ушел? СП. Четверо на миде. Не, налево смотрит. Нимб, короче, ждет. Ну они варды ломают. И этот как его. Нимб, ну, в общем, они нет. Налево пошли. Твой нимб и налево. Камень, камень, камень сейчас будет. Блин, Данила. Твою мать. Данила ульта. Это налево. Фига он раздает-то. Пулечка. А, мид сейчас, наверное, покинул. Да жесть. Ушел один, но я одного принял. Ты на подвышку покинул, да? Я его подвышку и тормознул его. Я на миг тебе. Давай, меня тут сейчас будут под башней забирать. Я бегу, я пишу. Стоять на мной. Не, нимп уйдет, тварь. Рампейджа, может? Ну, может. Да не. Плохая. Давайте не спустим. Где рампа? Рампа у нас ульта есть? Есть. Где клипы? Пошли. Стоп. А, кусок. Убивать надо. Слева. Вон, смотри, Грукс. Половина хп слева. Иду на перехват. Давай. Да, я тоже. Наверное, не достану стрелания. Давай, ну, чувак, не, на перехват же иду. Тебе нужно было его гнать дальше, как собаку. Так он и так дальше бежит. Там так он дальше. Уже теперь неизвестно, куда бежит. Я не знаю теперь, где он, а так бы я знал, куда он бежит. Мирель наша ближняя прибежала, это ничего ты. Не, тебе да, вон он вперед красный, идти. Может, от своего приветствия. Красный стоит? Да, иду. Давай, на красный. Да. Здесь враги. Надо быстро. Сейчас слева заходит. Да пусть заходит. Рут! Убиваем! Все, назад. Все. Уже не убиваем. Все, рампа, назад. 50 до ульты. Я... Можно наш красный. Не рутанул, а думал рутанул. Да? Давайте отойдем по нашим бафам. О, ним подошел. А, ульта есть, Гидеон? Да. Так, мы взяли наш баф? Сейчас почти. А, ты красный один забираешь? Ты уже взял его? Вдвоем, вдвоем забрали, да. Блин. Идите на стене, направо. На стене бегите. А, мид. Да. ТДФ. Постараюсь, по крайней мере. Очень резко сместились. Так, минут упадет. И я еще, наверное, упаду. Блин. Ну вы очень странно сместились. Сейчас что-то на баф, не от него. Пошли. Не догоняй, я на спринте уже бегу. Нет, он вообще идет. Вообще никак. Три секунды, подождите.
Сейчас, попробую. Давай, мы за тобой. Нимб просто сторону ломает. Да, надо ловить. Надо его просто принять на отходе, насрать на двухсах. Да. Ну, блин, хер знает. Лес прикройте, ну лес прикройте, он лес пойдет, ребят. Либо через лужу, наверное, ушел. Лужа пустая. Вот это лужа-то. А. Справа несется, я сразу. Ну, справа я бегу, но, по-моему, вот нам как раз именно его надо было деф. Не, он отошел. Потому что у него скорости атаки пропушу больше. Дилайн. Короче, да. Вот этим я буду заниматься. Справа отпустит? Да. А чё слева, почему дальше не пойдёшь? Потому что там в лесу ребята гуляют. А варды? Варды есть, но я не собираюсь их туда заходить ставить. Я немножко лучница. Ой, нашел Мёрдока. Я иду. Но нас видят, откуда он видит. Да, вон варды. Полил. Я не пойду вард сломать. Да? Ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рам. Вы что, встряли там? Вас двое. К вам лучница пока не идет. Я ту не юзаю. Короче, это какое-то я отдавание. Здорово, я рад. Мой ХП видел. Ты меня спас. Слева, 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 слева. Я бегу. Господи. Да, меня не сейчас мид будут кушать. Трое на миду. Если меня заигнорят. Да, иду на мид. Иду на мид. Ой, ребят, спойте, молчите. Так а ты вы что, на карту вообще не смотришь? Я вижу большое пятно, я не знаю сколько там. Один откинул. Рампу. Мёрдок у меня. Ну тогда прям. Да. Ну они там двое отошли. Вон идут через Расколь, я в состоянии соло взять мид. Я вижу. Пошли подсейвим. Пытаюсь убегать. Не, вы, наверное, пушьте. Если я сдох, я дурак. Но я, наверное, жив. Ну да. Да, все. Давай, прыгай, пёс. Хотя. Нет, все нормально. Трое справа. Она же не скоро, непонятно. 120 секунд, понял. Они свой харвест поставили. Я очкую. Mm. Арды кончились. Я поставлю. Mm. Надо сейчас сделать минус нормальный босс забрать. Мне очень не нравится. Импа не заберем. Не знаю, втроем там, я не знаю. Он убежит. Не, там только если у них ультов нету, потому что Мюрель прилетит, и он убежит. Мюрель прилетит, он еще и навалит. Раскрас больше не дай нападу. Не стать сейчас лечь. Да. Пошел за деньгами. А, блин, мне чуть-чуть. Надо еще. У нас от Дефона правый лайн, что с правого лайна? От Дефона, от пропушена даже, то есть. Рам, идите. Я ушел отсюда. Не-не-не, Гдон, иди. У меня 10 очков, я не могу идти дальше. Игрок за вами бежит. Не. Рам, потанкуй. Вы заберете вдвоем или к вам подойдет? Да, я думаю. Ну давай лук, если есть возможность. Но они спалят. Наш крафт останется. Да, я на красный сдвинусь. А, нет.
Давай его быстрее. По-моему, они не спалили. Ну да. А хотя, ну, рампейдж идет, но слева двое, а кэрри. На наш красный, похоже, побежали. Да, на нас красный. Да, они не забирают нас. Да? Да, идем. Попробуем взять. Но нас сейчас рампейджа-то спалят, что мы туда едем. Ну, рампу-то иди нормально. Ой, в смысле, так, что понимать по нормально, под нормально? Я сдаю или мы что делать? Ну, да, ну давай. Нам дефать, да, в любом случае. А там пока. Давай этот кто-нибудь потолще видит. Я здесь, нас пятеро, надо убивать, ловить, цеплять. Давай. Вон, поймал. Че, ни хера себе. Да, кого поймал? Ни хера себе, просто. Да. Он будет здоров, кстати. Надо поездиться, просто спалиться. Блин, там два крипа прошли. Трое слева. Я заберу, я дойду направо, наверное, да? Да. У меня мердащина скританул. Давай. Опа-па. Хорошо. Не пущу 20 секунд. Ну я без ульта, так что я пошел подпушивать. Вид, наверное, да. А я право продалкиваю. Так что да? У вас там да, трое, и у вас нету дамага там. Ой, рампа, я ухожу. Сейчас с вами наваляют. Только ульта и пушу. Слав, ну ей прыгай. Ульта, если догонишь, ульта и прыгай. Именно поэтому я тебе давал возможность уйти. Я смотрю, как тебя пинали. Долго. Вот именно, что долго. Очень долго. Еще плюс ульта есть. На мид выглядит. Да, я гашусь уже отсюда. Он и мёрдок, скотина. Ёбаный ним. Кожа мерзкий-то. Давайте сейчас лук аккуратно. Давайте лук поцелим. У нас с вами спущено. Да, хорошо бы такое. Боюсь за то, что идти. Блин, меня жестко на тему парит. Я вообще никого не вижу. Коль, здесь ульта? Да. Потом попробуй подрать. Давай. Мид задел. Нет, мид задел. Гидеон, задефаешь мид? Ну да, на синем бафе Харвестер надо забрать. Потом. Да, это я так, для тех, кто по пути. Где, походу? Я понял. Как же право. Маны. Бежи. Ох ты, тварь! Так, нет. Я налево побежал. Ну вот ЛП баф дали. Так, я, короче, хочу сказать, что... Ну так, напомнить, что у нас всего один Харвестер стоит. Я пос... А, блин, у меня ключей-то уже нету. Отвали хера. Ты уйдешь? Да. Блять. Друг здесь. Друг такой, тебя бой. Да я убежал, я уже. Я задолжил, конечно. Давно. А, ну. Меду трое. Рукс. Вижу, все пятеро на карте, я слева пушу. Давай. Они к тебе сказали, друг такой. Колюсь. Поле ульта есть? Да. Нимб в нашем лесу. Тебя. Они тут все в нашем лесу. Да. Не знаю, право что ли? Лево тоже. Лево уже есть. Пропали все. Сейчас они мид будут. Ну, вышел мердок на мид. Лекать, наверное, будет. Поле мне один. Да не, этот пацан может убить спокойно, без развлечений. 57. Но у него 50 куплено. Скажи, если отойдет. Вроде как налево ушел. Или налево. Обходит меня. Не знаю. Вроде влево сунулся. А, он забафный. Вот он, да. Кстати, они же красные взялись, да? Походу, ну, на сайте, да?
Отпусти левый. Мам, ну, бежим. Не, не там, не там опасно, там вот ты зря, я тебе отвечаю, там ты зря. У нас скрипы типа еще есть вон слева, так что лучше тут обойти. А что, мы заходим? Да, идите. Он, наверное, отойдет. Да, я тоже так думаю. Тебе, наверное, лететь надо уже. Да, он улетел, он рекольнулся, я видел его рекол. Не вижу, на кого лечу. Мёрдок сейчас у вас будет. С базовой. А мы скушаем? Да. Улетай. Да. Кусали, да, мёрдок сейчас придёт к вам. Улетай, начнём. Придёт к вам. Господи, убейте вы её. Мёрдок. Охереть просто. У него 60 уже. Так, я его пинаю, короче, скирам. Тяните время, я сломаю слева. Ну, я походу не уйду. Спасибо. Да. У него, короче, пиздец, все. Приплыли. У него... Если у него 60. Да, у него 60. Да. Я об этом уже сказал. Все. Чтобы терпеть пытаться, чтоб. Ну, у нас слева, может, что-нибудь с этого упадет. Ну, я не думаю, он там кто-то придет ко мне сейчас. Это такая больше суицидальная тема. Скорее всего, там уже, да, с тобой уже будет. Ну, я должен, да, все, уже бегут. Ага. Беги. Ну, нимб, наверное, тебя обойдет, либо ультанет. Ну, я тоже беги, так беги, думаю. Беги, не оборачивайся, просто беги. Нет, вот вперед убежишь. Погоди. Ты снова пытался выпилить туннельный урон. Ну, у меня нет вариантов других. Типа, я если пытаюсь бежать, я тяну время, но в итоге потом, ну, чё? Ты мог попробовать убежать, просто убежать. Серьезно. Мог еще попробовать убить. Нет. Я силу этого... А, блин, я знаю, почему я его не убил, я забыл подбросить его. 500 стычки он меня вбил, с учетом того, что у меня резист старинный на максимум. Я забыл про подбрасывание. Я бы его разорвал. Я чувствую, что я могу убить, но не понимаю, почему не смог. Потому что я не подбросил его. Я сомневаюсь, блин, это какой-то тупой твин, значит. Если ты а его... тупой твин. Не, он как, он в меня влетел, прыжок потратил, значит он уже не отойдет. Да не, даже так, он должен разбирать тебя очень быстро. Он же туннель. Они остались на мите? Я пошел. Да, пока он подпрыгнут, ему шурон-то наносится, да, я бы мог его убить. Отходите на мид. Я иду. Значит, у меня какой-нибудь компей ждет. Трое на миду. Да, нимфы на миду, если да. Но у нас трое. Я бегу на мид через 20. Значит, ребята, нам надо, короче, за это. Надо суицидиться, если что, в них. Я пошел за нимфом. Нимф бежит, за клуку бежит. Я, короче, просто даю тебе время. Да не, все, тут вот. Окей, пусть они меня разбирают. А, значит, я в пустоту, да, умер. Все. Заебись, просто. Просто заебись. Уходи, Слав. И Лук отъехал. Ну, все. Теперь это, наверное, будет Лук. Кстати, блин, вот Лук. Или рампа. Рампа где бы? У нас чего? Вот Гидон, ты бы лучше бы пошел и сейчас добил, блин. Правый этот, он не откушен у них. А, ну я типа справа шел, да? Ой, вернее, с мида шел, я был сзади вас. У меня вариант надо либо налево идти. Да там уже бэкнулся парень. Не знаю, это плохой вариант. Там они, у них внимание есть, они точно пойдут сюда. Я просто еще приду они и раз и сдохну. Все в миду были. Блин, ну, банальщина. Так вот именно что, банальщина. Я пойду туда и все, и мы ничего не заберем. Так я хотя бы слева заберу. Сейчас они нахер. Пошли нахер отсюда. Я бегу. Козлы. Блин, на правый лайн падает. Отошли на Гидеона. Мид? Да. Против него. Мид против меня, да. Ну, дело сейчас самое. Бежать. А мы зацепим? Ну, сейчас буду хитрить. Хорош. Смотри. Рубль крит. Там, смотрите, вообще парят меня. Левый лайн. Ну, ребята, не знаю, что я через них бегу. Блин, левый, наверное, сейчас умрет.
знаешь что, Уха, скажи, а вот если мы сейчас пойдем просто в инфу без... Да ты гонишь! Без... Нет, наверное, лучше не надо. Если я сейчас умру, точнее, если кто-то сейчас из нас умрет. Уже все. Просто убегаем! Просто пойдем. Отходим так. Все, я гашусь. Ним пульт потратил, если что. Ну да, уходи. Они просто все там. Сердце бьется и у героя, и у меня. Ой-ой, смотри, Стас. Да, я в ужасе. Ой-ой. Рэмпейдж обманулся, как интересно. Он камень бросил слишком далеко. Ну, в смысле, прям вот вы знаете, да, что значит слишком далеко рэмпейджевский камень? Типа он его вверх кинул, чтобы он дальше пролетел. Да-да-да. Это жесть была. Ну, они правы сейчас. Во-во. Ну, вышку мы вряд ли успеем задать. Ну, я не знаю, типа, я здесь, я могу отпушить, и вообще, если можем, типа, прыгнуть в них, я ворвусь тоже с ультой. Вообще, слава Богу. У нас здесь пятеро, вроде. Они отошли. Да, они отошли. Но нам здесь долго быть нельзя, нам слева надо идти. Я синебаф забрал. Ты взял, да? Да. Это чё? А, это мина. Я там слева. Они к боссу. Смотрите, Грукс. Ну, Грукса нету, можно пробовать на босса, но только быстро надо, он разбирает этого босса. Идем? И правый лайн, ребят. Идем? Да, идите, босс. Так в смысле они там все. А вон я вижу Мёрдока. А я нет. Нет, они там не все. Все, надо отходить, нас пушат лайны. Вот они. Бегу, бегу. Отойдешь? Бегу. Да, я ушел. Мы не деремся? Ну, надо, но... Нет, тогда назад, у нас все пушится, нам надо либо дефать, либо драться. КД теперь. Ульты? Да. Хорошо. Плохо, точнее. На самом деле можно мы было... Мы башню показать, слева отдали. Он просто заходит и забирает ее по-любому. Если бы, вот я не знаю, нам удача должна улыбнуться, чтобы он ее не забрал сейчас. Бьют! Вот и босс. Ну, да, они отвлекли один человек. А мы драться. Да ладно. Ну, там либо драться надо было, либо уходить. Очень долго протупили. Вот реально нам 5 секунд не хватило. Да. Прикольно развели. Ребят. Я пушу правый лайн. Я могу. Рам. Сколько у тебя? Ой-ой, мёрдок меня сейчас попал. Надо, короче, отпушивать все. 70. Ребят. Там что-то надо делать. Мы идем Пучка. Направо. Пошел джон. Они разводят. Да. Нахер пошли. Хорош. Надо бэкать. Надо право бэкать. Ты бэкаешь, и я дальше кушать. Мне надо, чтобы эту линию хотя бы они не прошли. Нам 2 минуты надо будет как-то продержаться. Твою мать! Ой-ой-ой-ой. Ну, добьет. Стой, наверное. Маны нет. Так, я ухожу. Давай. Что-то пиздец будет. Ну, арба сейчас дадут они. Уходим. Мёрдок начнут делать вообще полосово. Да понятно, вообще сейчас терять. Они сейчас там нас убьют. С арбой там. Танц. Друг слева. Ну, я думаю, это ДД. Надо, давайте попробуем спушить лайны, отпушить лайны, и попробуем впятером пойти и суициднуться в Индии. Ну мы сдохнем, мы проиграем. Сдохнем. А у нас, они сейчас нас убьют, ты понимаешь, Коль? У нас выбор. Ну ошибка в тимфайте, у них может быть, а проиграете игру, если мы суицидимся. Я сомневаюсь, что они ошибутся в тимфайте. Я согласен с Колей. Типа, если мы попробуем в тимфайте что-то сделать, мы что-то можем научиться. Если мы суициднимся, мы ничего не научимся в итоге за игру. И просто на минуту смерти идем, и все, и выиграем. Если так сделаем. Ну, есть шанс, что мы у выиграем. У них будет минута просто. Ну, давай, я за тобой. Нет. Сейчас пока выбора нет. Надо подождать, когда они пропустят. Пойдем сейчас. Если мы слева уйдем, там сейчас пойдет толпа. Да? Они слева под пошли, арбой. Пошли. Ну, блядь, заваржено. Да, тут заваржено. Я по вардам пробежался. Они нам ядро снесут намного быстрее, чем мы. Давай попробуем. Вов, привет. Это плохо. Он всё. Слишком много времени у нас отнимет сейчас. Уходим, ребята, уходим. Все выдвинулись сюда. Тут двое. Ты идёшь, да? Окей.
Окей. Идем, ребят, идем. Господи, я так. Идем. Где ужин? Три раза. Где ужин? Вы быстрее тогда что-нибудь делаете. Не подходит. А пойдем. Нет. Там Грукс. Нет, он не отходит. Там Грукс и Рэмпейдж, они нам не дадут снести. Тут Твин, они это, они быстрее скушают. Да я что это уже. Мы сейчас уже не можем повернуть назад. Да. Они Кору убьют. Что, смысла нет, сейчас Кору упадет за две А зачем? Он, она... Ну давай, я давай, ладно, херня. Конечно, херня. Кто спорит? У них не падает вообще. У нас выбора не было. Ну это ты нерешительно очень сейчас. Мы идем, либо не идем, либо идем, либо не идем, либо идем, и опять просто либо не идем. Ты должен был сразу определиться. Не, ладно, там вопрос не в этом. Вопрос в том, что либо идем, либо нет. У нас нет вариантов два. Мы типа на синем бафе повернулись, потом еще раз повернулись, потом еще раз повернулись и еще раз повернулись. 4 раза, 20 или 40 секунд. Они опытнее нас, и они разводят нас как лохов. Так ты должен был принять решение. Мы либо дефаем и от дефа играем, либо мы идем прям суицидимся до конца, 100%. Ситуацию. Если не где-то далеко, да, это одна ситуация. Если он рядом, то это другая ситуация, ребят. Ну, здесь понимаете? Было так, что у нас 5 секунд, либо 0. В итоге мы очень долго долго пробегали. И тогда было лучше сейфиться, идти, потому что я с этим думал, понятно, как действовать. Я думал, он так, а зачем? Пошел. Какая разница? Мы не можем двоих пропушить под орбайфом. Блин, господи, Потому что... Ты что там того, что у них длинные мёрды уши? Во-вторых, они спокойно складывают меня, допустим, пока мы стоим. Они складывают даже без ОП бафа, когда мы с ОП бафом. 5 на 5. А сейчас они нас... Причём тут 5 на 5 слева было трое. Двое на базе были. Рэмпейдж и Грукс были на базе. Мы могли спокойно дефать им гид. ОП баф закончил. Могли. Крипов убили бы и в них ворвались. Мы точно так же могли пойти сразу в ингибитор, а не так, что мы идем, Слава делает ульту, Слава танчит весь урон, а мы все отошли, потому что мы отошли. Вот и все, они вдвоем один человек вперед. Я бы так, конечно, сказал, когда уже они здесь в группе, а мы нет, и мы без ультов. Даже если бы... Да, даже я был шанс, хотя. Я же вижу ситуацию, там шансов не было вообще. Мы у нас не было шансов там отдать. Мы весь бой, просто, начиная практически с самого начала, всасывали, понимаете? Мы постоянно просаживались. Мы где-то с середины боя скушали две турельки, и все. Они стали наращивать преимущество, а мы теряли. Каждый раз вообще. Каждый бой. То есть, с какого момента ты перестал верить в победу? Где-то середины боя. Середины боя это сколько? Это какая минута? Это какое время вообще? Подожди, там звук. Они стали разводить нас банально на то, что мы бегали толпой, да? Один человек, к примеру, пушит, он суицидится, не, он я убивает. Понял, ты, Стас, мне скажи, вот смотри, 48 минут мы сыграли. Скажи, с какой минуты ты перестал верить, что мы минуты победим? С 20. С какой? Минуты с 20. Тогда почему ты не сказал, что мы проиграли, и мы начали бы следующую? Я, получается, 28 минут впустую потратил. Я объясню. Шансы были. Но как только они взяли ОП баф, я понял. Ну, как только они зашли вот слева в эту, как это называется, один парень зашел, да, снес башенку, и мне сказали, что они бьют ОП баф, я понял, что это все. Тогда тебе нужно так делать. Ты должен сразу писать surrender, чтобы мы как бы тоже понимали, что ты сдался. Нет, если ты сдался, мы все сдались, ты даешь колы. Нет смысла сдаваться раньше. А мы нет смысла выйти. Тратить время впустую, так если у нас всего 3 часа времени игры. Мы пытались. Отдали ингиб сейчас просто. Это так. Мы не пытались. Это вот в конце мы пытались, но в конце ты уже сдался. Ты 28 минут как сдался, получается. Ты верил в тщетный шанс. Я верил в полную победу. Я объясню, да? Бесполезно. Если они так нас разводят, если мы не можем грамотно спозиционироваться, если мы шляемся толпой вот так вот, да? У них гораздо более высокий уровень игры, чем у нас. Я понял. Я хочу спросить, вот из всех, кто сейчас здесь есть, скажите, кто еще верил в то, что мы могли сейчас победить, если бы мы отдефали, либо если бы мы засуицидились, но сразу, вместе? Кто? Я говорил, ты будешь учитывать мнение остальных игроков своей команды в этом плане? Я учитываю, но... Тогда никогда, Стас, не сдавайся на 20-й минуте игры. В натуре мы 48 играли. Это так просто подгорает от этого. Ты сдался на 20-й и верил в маленький шанс. А я потею здесь изо всех сил. Все потеют, я тоже потею. Тогда ты не должен сдаваться. Это не отменяет того факта, что я играю наравне с вами. Не надо об этом. Не надо так думать.
Но тем не менее, шансы. Может быть, по скиллу ты играешь наравне с нами, но эмоционально ты сдал игру в момент, когда мы 40 секунд бегали. Это и когда мы могли задефать башню, но не сделали это этого. Не и когда я говорил, что если мы заберем фиолетовый баф, и им будет сложнее взять второй, мы тоже могли это сделать, но не сделали. Мы взяли и сдали УП баф первый. Что это нам дало? Нам это ничего не дало. Мы могли за второй подраться. Нам это просто ничего не дало. Нам потому что все потом подохли. Видимо, нужно пытаться под ОП бафом суицидиться просто. Например, когда мы взяли ОП баф, я 60 смог собрать практически, да, потому что я фармил дальше. Да, BMC тоже фармил дальше. Значит, мы фармили. С рампой. Вариантов нет. Нет. А зачем? Как, что зачем суицидиться? Мы взяли ОП баф, мы можем фармить все. Ребят, мы взяли ОП баф, и что мы делали? Мы фармили лайны. Это вы втроем стояли, а я и лучница фармили 60 предметов, а вы стояли и потом подохли там. И потратили ОП баф. И когда ты сказал, что мы потратили ОП баф, у меня он еще висел минуту. Под ОП бафом вы фармили под ОП бафом 60 очков? В итоге мы фармили, и мы дошли вот до какого результата. А вы подохли с ним. Под ОП бафом, нужно не фармить. А что ты сделаешь, если противник тебя сильнее? У них счет 23-14 в итоге, но в момент, когда мы взяли ОП баф, мы могли фармить все, потому что они не могли просто взять и ворваться в нас. ОП баф давал нам столько же урона, сколько у них было по статам. Мы могли фармить все, мы могли ставить в лес им варды, мы могли забирать все красные бафы, мы могли просто не умирать. Но это, конечно, спорно, что все. По крайней мере, лес мы могли контролировать свой, но это максимум. Мы могли не умирать с ним, вот что мы могли точно сделать. Но... это спорное пытаться явление. Идти в башню, когда у тебя ОП баф, просто потому что у тебя ОП баф, значит его лучше вообще никогда не брать. Почему это? Ну потому что если как ты берешь ОП баф, чтобы потом сдохнуть просто так, типа, ну, у меня ОП баф, слюни, то того, это тупо. Для того, чтобы, смотрите, отпушить, например, лайна до середины и пойти суициднуться в ту ну в ту, я дать тебе сколько очков амбера. Ты пятером умираешь, и ты просто. А альтернатива какая? Альтернатива фармить деньги. Альтернатива. Вот смотрите, да? Альтернатива следующая. Что мы делаем? Мы ждем, когда они соберутся, они не соберутся. Мы... зачем? Ты что? Бегаешь, они разводят нас. Они я не понимаю, почему нас, ты считаешь, что если мы взяли баф, мы обязательно должны обязаны убить их в пятерых и обязаны выиграть игру сразу. На не сразу. Но мы могли подраться, потому что их было четверо. Нам не нужно это делать, нам нужно, чтобы мы спокойно нафармили второй дальше предметы. Когда тебя встретили, я уже в ульту встал. Они дали нам выбор. Они дали нам выбор, когда мы брали. Мы ни хрена не сделали с этого выбора, мы отдали им сторону, мы отдали им ОПБ. Смотри, когда был выбор, да, они все грамотно сделали. Когда они брали вот этот ОП баф, у нас был выбор, либо потерять ингиб, либо сдать ОП баф. Мы в итоге оставили ингиб, но при этом сдали ОП баф. То есть они развели нас, попросту говоря. Вот и все. На втором. В каком втором? Вот мы второй ОП баф, мы ни хрена не сделали. Мы не забрали ОП баф, и мы потеряли ингиб. Так второй ОП баф они забрали. С ними даже не подрались. Ингиб было четверо, нас пятеро. Ингиб мы не потеряли. У нас осталось 50 минут, идем следующую. Потому что мы его даже не дефали. Пошли, мы потеряли. Я, наверное, пойду во второй состав. Возьмите рампейджа кого-нибудь. Иди. Со второго состава, потому что я не могу на нем играть. Это да. Иди. Вот. User left your channel. Ну они стримят. Манс, наверное, не подошел, да? Спасибо, да. User left your channel. Microphone muted.
Но тут сейчас опять один нимб компьютер. Соло. Идем, берем. Берем, пойдем? Угу. Они очень грамотно, надо пересмотреть будет этот бой. Они грамотно нас разводили. Господи, они жертвовали... Мы точно так же всю игру, все игры разводили. Один несет баф, другой другие несут баф. Нет, нет, ты не понял. Погоди, нас что, четверо? Да. Да. Блин, да ну... Там другая тема была. Да ладно. Что? Ну, четверо. Хреново. Уж лучше слава, фиг знает на каком, чем рандом. Ну ладно, уже давайте последнюю сыграем, просто отвалим. Сыграем, да, и разойдем. В общем, что я хотел сказать. Они очень грамотно использовали наш, скажем так, кучность. Мне нашу нерешительность они грамотно. Вот это да. Наша решительность. Если была... бы мы подрались на байке, наша, мы могли наша чрезмерная решительность сыграла с нами суд-шут. У нас не, мы ни хрена которой... не сделали, какая решительность, о чем? Мы не подрались ни разу. Мы не подрались они ни за инди, мы не подрались они ни не за. Они дали нам шанса. Драться. Они давали нам шанса. Когда мы убиваем у них одного чувака, это есть шанс драться. Они всю игру вообще вчетвером играли, потому что Мёрдок всю игру фармил. Да. Вообще всю. И во-первых, когда мы его убили, это был шанс сделать все что угодно. Ну, а что, без крипов делать? Турель? Нет, нет, подожди, все что угодно, это не значит пойти и сдохнуть на этот. Это значит пойти что? Поставить что? Варды к ним в лес и подловить их там. Это значит пойти забрать черный баф, это значит подсейвить босса, это значит отдефать все свои лайны, и это значит пойти закупиться. Вот что это значит. Это не только пойти и обязательно просто разнести им ингибитор. Просто не, ну окей, набрать такое преимущество, конечно, можно было, да? Это можно было... До бесконечности набирать. Нет, не до бесконечности, а до 60 очков. Хотя бы сравняться с Мёрдоком. Хотя у нас нет, были близкие, у нас 57 миллионов было, мы все рассмотрим. Тап у меня был. Игрок с трех плюх отваливался, это все такое. У них по сути был один нимб опять. Я вот был ни о чемный, я вот уже твин, ни о чемный груз. Насчет того, чтобы заменить очка на Мёрдока, посмотрим. Так здесь же дело не в герое, а в стиле игры. Например, мы сейчас не даем нашему лучнику играть так, как играет Мёрдок. Наш лучник-то фармит, но мы ему не даем фармить так же, как Мёрдок. Мёрдок стремится сперва собрать 34 очка, потому что тогда у него полные предметы, 3 штуки. И потом он стремится собрать 60 очков. Все, больше он как бы, ну, так делал точно и Тиборн. А мы не даем нашему лучнику так делать. Это вот как мы его с собой берем, либо мы заставляем его пушить в смерть. Готовность. Я бы предложил, раз вот нас сейчас четверо, сыграть так. Я постоянно буду с лучницей ходить. Мы всегда вдвоем. Я буду создавать ему фарм 60 очков. В какой-то момент, когда он 3 слота нафармит, он сможет уже один быстро все забирать, и я буду с вами бегать. Нам вряд ли, конечно, дадут такую возможность. Ну, я предлагаю попробовать, потому что мы с рандомом, можно пробовать. Подраться это одно, но на подсейф-то это другое. Лучше знать как. Я прилететь могу? А, ну в принципе тоже, да, согласен. Короче, я присасываюсь к лучнику и заставляю его фармить 34, а потом отстаю от него, он что-то делает дальше. 34, я могу и вообще в соло отфармить. Не, я типа хочу сделать, чтобы ты быстрее это сделал. Вопрос времени, за сколько. А вот про деф и так далее, это типа я на себя беру. То есть я буду бегать с тобой, давать тебе фармить, ну и по времени буду говорить иногда, что вот, например, это ты можешь зафармить, а я должен идти пацанам помогать, что-то такое. В общем, я попробую сейчас сориентировать тебя, сделать к 24 минуте 60 очков. Гидеоном гонял. Со своим. Да. На том ролике Тиборн с ним ходил до 34 очков, до третьего бэка. На четвертом бэке он уже сам. Просто смотри, с тем же Мёрдоком сейчас мы шли с разницей там в 3 очка сначала, потом резко потом, умирает. Но потом, да, смерти были. Справа, и у него становится 30 там с хером очков. Ну да, ну то есть претензий нету по поводу твоего фарма. Типа, я о том, что нужно сориентировать, сделать так, создать тебе условия, чтобы ты мог один ходить и был независим от нас. Чтобы тебя не заставляли идти умирать в башню, что типа там ты должен ее забрать и сдохни, и пофиг, и мы развлечем, и мы что-то попробуем. А вот чтобы ты именно ходил и фармил всегда. Нет, чтобы... ну, сплитпуш это нормально, но... Сплитпуш это нормально, когда у тебя есть условия, а вот когда все подыхают, это ненормально. Мы сделали около 7 ошибок ключевых, типа, ну, которые позволили им экономику поднять сильно.
И мы сделали две ошибки в, тактике, ну, стратегии там у нас вообще не было никакой, так что не обсуждаем. Там, видите, в чем проблема? В том, что вначале-то мы, да, мы сдавали темп вначале. Вот, но из-за того, что ганкнули достаточно слабо, ну, там несколько было косяков, из-за этого, ну, начало у нас не очень особо зашло. Плюс Слава постоянно, я не знаю, как можно было на ранг умирать, но он умудрялся. Вот. Ну ладно, хрен с ним, даже опустим этот факт. В общем, дело в другом. Да. То, что начиная с мидгейма, я просто начал осознавать, что ни одного тимфайта мы не выдержим. У нас не было тимфайта. У нас не было. Да, мы даже, врывались на. Да, нет, вот допустим, мы там справа файтили, да? Ну, это не файт был, мы там на понимаешь, там, пойдемте в арду, короче. Там сложно было устроить тимфайт, если... Ой, давайте закончим, я устал от разговора про игру, которая уже прошла. А то мы очень долго о ней говорим, в итоге все равно все при мнении останутся, к сожалению, в своем. По два будем? Да. Как обычно? Да. Точнее, может где-то три будет, там парень. Ну, это НРЛ. Я бы вообще хотел... Красный отдать сейчас лучницу. Давай. Там соло я вряд ли буду, да? Красный мне? Да, тебе, чтобы ты ласкитил изи. Ну я могу побегать по ганг. В любом случае. На мире элегант. А что нет? Ну, игра тестовая, все, у нас один рандом, можно пробовать что-то смелое. Если был бы контроль. Контроль замедло, ЦЦ тоже. Всё, пойдем, сначала, пойдем с тобой на красный. Пойдемте на красный. Втроем? Четвером? Пойдемте. Да вы бы, наверное, вдвоем забрали и синий лучше. Не, очки. Если вы хотите на фарм, а потом лучше, я-то да. Потом иду дальше с дабом. Да. Я не знаю, мне на лайне. Нет, стоп, блин, а кто у нас надо было другой состав. Не знаю, мы с тобой будем бегать и все забирать. Вот вообще все. У меня с собой две монопоты, это 14 кушек. Так что, кто? Ты. Хорошо. Ну, я тогда на мид буду лезть. Пойдем, а, синий сейчас. Мы белый. Как бы ты просто бежишь, где видишь деньги, а я бегу с тобой и... Дурачок хорошо. Фарм всего. Да. За другим белым? Я... И ты просто... То есть ты решаешь. Я вообще даже... Меня как будто нет, я твоя тень. А, я понял. Ну, ну, такой системой, скорее всего, такой системой надо попробовать. Попробовать? Нет. Попробовать-то можно. Пробовать именно надо, так играли те пацаны, Тиборн. Ну, попробовать надо вот схему. Вот всех, ребят. Очень хочется. Может и зайдет. Каких тебе? А еще неизвестно. Ну, против кого ты собрался пробовать? Ну, эта пачка не особо сильная. А ты дашь нам попробовать против сильных? Да. А если у нас первый раз не получится, ты дашь нам потом еще попробовать? Ну да, только вы не попадете на ту же команду. Были бы скрины, пожалуйста. А так, смысл это? Да, и... да там пачка была, блин, один минус. Есть один минус. Есть один минус. Расчетом, да? То... Так, я найду. Есть один минус. Вот, заключается в том, что... мы вначале используем твою мать, пришли. Ну все, все, уже все, уже. Я хочу, чтобы мой кэрри фармил, все, давай не будем уже говорить про это. Пошли сюда, я подойду налево. Ты отпустишь Никита и иди дальше. 4 кипа пропустили. Да, плохо. Мы еще не забрали. Забрали. Ладно. Не, мы типа гангать, наверное, не будем. Если возможно, будем туда. Типа, там, если будет возможность, я скажу, идем или нет. Лучше не надо, надо деньги. Надо за 9 минут нафармить этот, 114 крипов. 50 очков. Нет, это 18 очков. Можно попробовать. Не лес, брат. Ага. Угу. Так, вот здесь
Знаешь что, если что, я даю блинк, мы вон вверх туда упрыгиваем. Я понял, куда. Забирай ты, у меня есть. Хорошо. Так у меня маны сделано. Да забирай, забирай, забирай. Ага, пустой. Давай как-нибудь, я не знаю. За тобой, я за тобой. 9.20 будет следующий. Хорошо. Появились, нет? А вот тут вот надо, знаешь, здесь надо идти вот именно на лайн, там крипов больше, да, денег. Да, да. Пофигу на нее. Вообще, понял, вообще забей, в деньги, деньги забирай, она ничего не сделает. Ну, так, у тебя с собой ключ есть? Нет, окей. Давай, я, следующий пак. Мама нет. Да, да, у это есть. Саппорта. Вон, главное, вон тот сзади все время добивается. И убиваем отсюда. Где ты? Наши стал, наш бег. Да, да. Да, мид они, наверное, возьмут. Наверное. Можно. Я ухожу. Тут так. Главное лейт. У нас 9, давай на базу, наверное. Ну, подеремся и на базу, подеремся и на базу, пойдем, подеремся и на базу. А все, они ушли. Да, ну все на базу, да. Ну тут пак, в принципе. Не-не, ну типа уже по-любому забили 9, мы сейчас будем следующие 9 фармить. Да. Какого хрена? Так, надо я тебе красный, еще не скоро, ладно. Это через бэк налево. Пойдем справа 2 пака отпушим, потом белый и красный. Давай. Можно будет еще на их красный потом заглянуть. Это может быть, да, но надо сперва тебе красный взять. Стоял. Крипа сзади попустил. Я думал, нет, у него смысла две плюсы твои и мои давать. Ну, типа, так, все, давай, ливанем и сюда. Сейчас еще стой. Теперь может, там этот отбегает. Рампейдж, да, статом. Пойдем, белый, красный. Ну, да, окей. Тут вот, вард, мы по варду прошли с тобой. Да. А ты свою ману экономи, если там не на красный идем. Да, 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 я сделал. Mm-hmm. Белый так. Так, это 30 я секунд, сухой. Другой белый берем. Сейчас я что-то обошел не там. Красный. Красный 20 секунд. Надо мид, мид. Все сразу со всех ультов нафиг убиваем. Давай мы рейд. Я вам. О, кавари. Ну только сдохни, козёл. У него мана нет. Да ладно, аркер не выпил. Я бегу на ускорении. Давай. Нет, козёл без маны. Саня, без маны. Не, надо разогнаться, а то он, по-моему, сейчас прыгнуть все равно сможет. Да. Аркер падла. Ну у него все, вот теперь маны нет. Да ладно. Маны нету на блин, блин, забыл использовать. Ну все, пойдем фармить что-то еще. Стой, 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 где? Я бегу, я бегу. Мы пак крипов типа оставили. Там просто тоже пак крипов большой. А, ну да. Он куда смотался. А, вон он, свой лес поджал. Красненько взяли, нет? Да-да-да-да-да. Вообще без остановки. Так. Ну еще пак. Ну, пока никто не мешает. Нам здесь вард нужен, он в луже у них стоял. О, черт. Если бы. Все, на белый появился, пошли на белый.
Да. У меня была копка, которую забрали. Да. Давайте посмотрим. Не опыта, Амбер чуть-чуть не хватает. А, на синий сейчас надо вот через это идти. Хорошо. Стал. Тебя ведь 18,5 сейчас очков? Да, да. Угу. Так вот это... Нет, это не трогаем, это мало крипов. Надо разогнаться до синего. На обратном пути белый. А, ну я уже начал. Типа у них КД 2 минуты, так что их, ну... Хотя это спорно, конечно. У нас на миде, у нас сейчас на миде деньги, это спорно. Нет. Наверное, следовало на обратном. Взяли уже? Взяли. Следующий будет на 15 минуте. Пойдем белый. Ну, ты там на миду? Ну, я вообще на миду, да, надо на мид было. Я не увидел. Надо типа план. Белые не брать, надо было взять синий сразу на мид, а потом уже брать белые. Ну, все приходит с опытом. Ждем, вот это ждем, это сейчас еще подойдут, это просто автоатакой. Да, у меня уже походу отходит. Да, левый лайн. Левый лайн. А, все, на базу. 9 очков есть, да, на базу? Да. У тебя ведь по 9 два предмета? Нет. Тогда фармим дальше. Если у тебя не по 9, то... Хочешь 12? Ну, то есть, если у тебя он 12 стоит, второй предмет, то его надо фармить. Да, давай. Направо может подойти. Нет, не, мы дальше крипов убиваем. Вы взяли, да? Да. Все, ливаем отсюда направо в кусты. На базу точно бы надо было, потому что маны нет. Ну я понял, что маны нет, то есть ты как бы. У тебя просто предметы не по 9. На красный зайдем. Если есть, забираемся, нету. Нету. Ну проходим через белый к нашему союзнику. Вон Мёрдок. Можем Мёрдок. Давай, уже агрись на Мёрдока. Агрись, давай. Мы сзади уже обходим его. Замедло. Вот так можно. Пачечка. И вот эту пачечку. Одного крипа потеряли. Тупо. При том, что нас трое. Уходим. Здесь нам драться не надо. Вот это все пофиг. Коля там уйдет, да? Только ты не сдохни. Если мы сдохнем, ты не сдохни. Все, валим отсюда. Давай. У тебя 12 очков очень чуть-чуть, да, осталось? Не могу, там... Все, пошли на базу. Они в наш лес убегают. Блин, нет, стой, я пойду, мне одного крипа надо. Ну ты иди, ты иди, закупайся. Там понял. Я ее встретил, ухожу. А, все, мне на харвестер кто-то замутил. Мне замутили эти деньги. Я не успею, пошел. Так, ну, второй предмет за 12 у тебя, правильно? Да. Третий предмет за тоже 12? Да. Угу. Фармим. Ту-ту-ту. Ту-ту. Хочешь мне казать? Вот благодаря тому, что у нас сейчас на миде нету башни, у нас там больше паков будет собираться. Да, больше фарма. Именно давай. Так было в вашей игре, когда вы давай, против них играли, вы у Тиборна отняли все башни первые. И он поэтому мог спокойно фармить и лес, и лайны. Вот сейчас запушим, да, и надо на мид, там деньги собираются. Давай, еще одну. Да, 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 да. Ой-ой. Нам... Ну, кстати, вот это можно упасть. Падаем, я убиваю его. Сколько его? Двое. Нет, там рели еще сзади. Ой-ой-ой. Не думал, что так больно. На мид побежали, быстро-быстро. Черный? Не-не-не, черный не берем, слишком мало. Пофигу на это все, просто берем на миде деньги. Типа черный надо брать. О, стой, там Калари, ну пофигу, пусть она забирает там лес. Смотри. Да. 15 секунд ульты. Надо собрать их всех. Крипи, стоять. Так, нам надо сейчас к... Вон, смотри. Не, нам надо к красному. У нас вон, вот сейчас мид забираем, потом два белых и красный появляется. Вот, 30 секунд до красного. Так, здесь нету белого. Спасибо. 22 секунды, вот есть. Я вижу, да, пойдем убивать. Я дам блинк, вот отсюда блинк даю.
Оу-оу-оу, Коля. Не могу, могу. Больно. Я... Сильно спиздила. Я еще триполку подумал. Ничего. 6 очков. Коля, я тебя прикрываю. Вода, да? А серьезно? Опыт-то не пропьешь. Дальше еще идем. Не, еще пачку, и война, он уже идет на нас. Вообще, ну, можно было, кстати, красный, да. Но тут есть пацан, который заберет наш фарм, поэтому надо забрать с него деньги. Там это... Все, пошли отсюда. Пусть башня сама падает, он заберет ее. Только вот через это идем, через это. Да, выдвинулись. Не да. Да, поэтому мы здесь вот и идем. А я их. Тан-тан-тан, козел. Давайте проверим. Не один. Такой пидерки, пошел. Нам надо быстро уже синенького забирай. Я не знаю, сколько там до синего, но надо до синего. Через 10 секунд. А, нет. Ну, нам надо именно вот. А, да, 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 да. Тут денег. Пацана встретить? Не, навряд ли. Во-первых, нам пейт, во-вторых, здесь два бака. Понял, вот так. Жопу, 28 да, забрал вот синий? Ну давай два да. Белых пока зафармим, если он не убил еще. 20. Ну, мы с тобой один только заберем. Так, я тогда в танк одеваюсь. Да, наверное. Хотя нет, мы два заберем. Нет, нет, да, есть. Да, да. А тут один крип. А, коварик-то чем попали. Успеваем, понятно, то есть на такой минуте уже 10 секунд нужно накрепить. Так, следующий на 21 минуте 6 секунд, я красный, я чуть не затаймил. Там буквально одна пачка и домой можно. Турка сейчас упадет справа. Я ее продам. Можем даже вышку забрать на меду. Я тоже да, думаю так. Я ее продаю. А вообще не, нам налево надо еще сгонять. Типа мне тоже вот не хватает немного, так что мы пойдем налево. Много тут такого мяса. Ну, смотри, там, когда такое оранжевое пятно, значит минимум два пака. Да. И Мюрриэль. Ну, Мюрриэль это не в приоритете. Она меньше денег, наверное, да, даст. Это сколько у нее? У нее 0.1. Не, она нормально денег даст, но не хочу. Не бегать, я ульту типа дам в нее, но такое. Да зачем? Не, ну чтобы. Потому что мне ульту надо тратить. Сейчас я, сейчас. Ну ладно, припугаю. Там сзади, иди ульту мою прыгай. Вот это надо убивать. Да ну хорош. Вард поставил. Преследует со мной кто-то? Да. Слово промазал. Промазал слово, не знаю. Вы живете? Все, 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 уходим, уходим. Да. Фигня, вон Мёрдок еще идет, уходим. А если Мёрдок идет, тебе вообще надо щемить? Ну, у нас никто не засвечен, так что не убьет. Да. Ну они, фиг, знаете, если зайдут дальше, то убьем. Ой, обратно, обратно. Все, валим, валим отсюда. Мне надо помощь. Ну, короче, мы бы с тобой разобрали, если бы ты либо, а, встал в мою ульту, когда я Кавари увидел, ты ее не увидел, ты поздно увидел. Б, ты бы сразу бил именно Кавари, потому что ей хитов на две жизни и плюс щит ей дали, то есть на три атаки. Так, одна. Два, три. Трое слева. Все, погнали. А дефаешь кого? Да, вроде как. Теперь, ну, если он... Но, не, мы туда не пойдем, потому что они там, а, если долго будут, мы черный заберем, пошли. А, пойдем. Типа, если они там останутся, как, значит, нам 100% никто черный не помешает брать. На мид. А, они там мёрдок принимают. Так, 18 минут, 36 очков. Вот так вот. Ну, это надо отнять где-то 9 очков за то, что мы фраги набрали. Да. Да, вы так и так будете набирать. Но в то же время, да. Нет, по моему плану мы так не будем набирать, мы будем только фармить. В нормальной игре нам не дадут убивать. Тут надо просто не умирать. Не за жопу не давал тебе здесь. Что, право? Направо, да, иди направо. Я дефаю мид, вот все, теперь ты уже сам по себе, я буду пытаться поцеливать, когда могу. Я так тебя. Я с тобой схожу. То, что сам по себе, я с Колей. Мы смотрим, да? Да. Ага. Он один? Да нет. Один вроде. Господи, боже мой. Там не подыхаешь, потому что к тебе выдвинулись еще двое. Может быть трое. Сколь? Блять.
Ничего, нет. я рядом. Да господи, что ж вы меня оба влочите? У вас пятеро. Да. Твою мать. Ой, это херня бежит. Не попал. Это попались. Идем фармить дальше. Какая жесть. Так, уроды-то такие. Вот это забираем и ливаем сразу, там бежит толпа. Башня сама упадет, не надо, не трать на это время, разгоняйся лучше, и побежали налево. На миф выдвинулись. Не, она дает всего 400, 200 нам и так дает, и 200 еще так. Эти 200 это всего 2 крипа, мы лучше убьем 6. Верно. Даже уже не 6, здесь уже где-то 11, один умер. 2 умер, блин. И все равно 200. Налево. Нет. Так, давай-ка встанем вот в эту вот западню. Сейчас крипов убьем сперва, а потом встанем в западню. Налево. Вот хорошо, все, в западню давай. И подождем. Очень долго и терпеливо подождем кого-то. Вам помощь? Нет. Пусть он. Я не думаю, что он. Нет, он пошел. Все, уходим от него. Стоит. Уходи. Не попал? Все, уходим. Он на Мёрдока пошли, он открылся. Может, нет, он там РМП еще. Или не открылся. Да, он идет, вон он, полево. Все, поем обратно туда же, пусть остальные занимаются своими делами, нам вдвоем надо туда. О! О, еще цель. Слоу будет? Нет, да. Да что, нет, твою нет. Мать, всем попал. Нету? Я... Они... Пойдем черный. Ой, не, слышь, нам на базу надо, у нас вон смотри где. Нам типа пешочком надо до права идти, там три пака. Согласен. Надо. Ну мы потеряли внимание. Я через бэк. Через мид. Ну хотя, да, давай. Типа через мид можно было здесь два пака зафармить. И потом туда три пака зафармить. Я быстрее так добегу, мне кажется. Да, но я говорю о том, что по-нормальному. Да. Если бы мы увидели, по-нормальному так. Надо было уходить, когда РМПш прыгнул. Надо было убить крипов до того, как он пришел. А вы красный собираетесь? Сейчас. Ну да. Я стартую. 45. Забирай. Так, 27 минута, 15 секунд. Так, 30 ближайших. Уже снайпер упор был. Ну сейчас надо что? Ну теперь мне кажется, мы можем и на их красно зайти. Ну, теперь мы вообще можем пойти босса забрать, и когда они пойдут на нас, ты запустишь счеты. Но это нужно делать под черным бафом, то есть сперва нужно его тебе обеспечить. Там слева. А нам слева. Слева чёрный. Я не знаю, нам надо дальше идти. Кто-то должен отдать. Давайте чёрный, чёрного нет. Чёрного сейчас чёрный нельзя. Сейчас ты, если чё, это, Коля, лети спасать, если чё, базу. Назначь нужна помощь. Союзникам. Мне кажется, если можно. Мы идём Т2, Т3 ломать. Мёрдока, если что, сразу разгребаем. Рамп убьёт. Они, если ингип сломают, мы его сломаем им раньше. Да. Так. Да. Твою мать. Ой, ну давай, добивай, ну не знаю, тут такое. Да, уже. Это фейл, вот серьезный такой фейл. Я хп на 1-0. Одно. Сколько у вас чуваков? Трое было. Но они уходят. О, Грукс. Ну, какой Грукс, у него... У него 30 очков, у нас с тобой по 48. Да. Ух ты, твою мать! Ты куда? Уходим. Нет, надо уходить, это зафейлено. Мёрдок. Давай через право. Все, уже пофиг, Ну ладно, пойдем. Я через лес. Все, у нас только Смит остался. Хорошо. Мёрдок, что ли? Красный. Да, я бегу. Тебе надо лайфстил. У тебя есть лайфстил в конце? Понял. Ну вообще он тебе нужен был бы только если ты так хп собираешься терять.
Пойдем мёрзок выбивать. Пойдем мёрзока разберем. Может за деньгами успеем, да, хотя бы. Я думаю, вы не успеете. Мы успеем. За деньгами успеем. Да. Надо сейчас придумать. Денег сколько у тебя? 15? У нас тут на улице. Денег у меня. Сколько у тебя денег? 19. Ой, 9. Все, давай, давай. Если надо, надо закупаться. Сейчас уже момент, когда закупаться надо все время. Ну и в то же время. Два белых компа. Не-не-не, уже типа сейчас такой момент, когда может быть так, вот у меня 15, может быть так, что ты уже на базу очень долго не вернешься. Ну это да. Но я имею в виду, что если рядом стоишь, то почему? Мы не в состоянии физически, сколько там, три человека отбегать сюда так. Ну да, у вас должно было быть трое, и мы немного запылили. Научимся в следующий раз. Мы не дошли до ингибитора, потому что он потерял, он 7 атак на себя словил, или 5 атак башни словил на себя. Поэтому мы не смогли сразиться и победить спокойно группу. Этого не было, вот смогли. Но уже рвется группа по ладно. Ну, да. Выбирай. Лайн. Нам не лайн, нам надо... Мы продолжаем, мы 60 делаем. Мы уже по таймингу не успели. Я хотел 60, там, за 24, ну, это я тогда сказал 18, но теперь уже точно знаю, что мы могли 60 сделать за 24. При таком раскладе. Плюс у нас вообще харвестов нету. У нас вообще, то есть, один, ну, два стоит, ну, второй ставится только, или там, не знаю, или сломали. Или мне. Ну, тут вообще лесник, типа, должен брать ключ двойной и вставить. Ну, они ломают. Они ломают. Ну, если ломают, это хорошо. Это значит, что они время тратят. Но у них рамбы это делает. Ну, он такие рамбы. Сюда надо ливать, у нас вардов нету. Сейчас, короче, смотри, забираем... Забираем этого... Черный не трогай. Забираем босса, отдаем его, там кто-то будет его водить, а потом мы с тобой... Не, давай черный, нам по пути, надо черный взять. Я неправильно, неправильный маршрут. Это кто-то пришел к нам, что ли? Слышь, сейчас будем драться. Ну, идем. Давай, давай, давай! Отлично. Так. Вот это тоже убивал бы. Не, надо ливануть. А, союзники идут. Сейчас союзники будут все. Мы идем. Не очень приятно. Все, давай, черный забираем до конца. Там уже само разбьется. Босса возьмем. Его у нас заберет, наверное, спас. Да? Мы могли бы сейчас просто справа лайн, да. Давай. Я думаю, что надо босса. Там, типа, он деньги тоже дает. А у нас 15-го нет еще, у него. Да. Все, погнали за боссом. Лицо отрывается. Вообще. Стартует, я бахну. По сколько ты ему ударяешь? По 4 сотки. Не крит. Это с крита, да? Нет. Это с руки. А, все, побежали на правый лайн, пусть. Ой, на левый. Где? А вы все идите, сдавайте. А, у тебя, да, арбат? Угу. Кто-то есть еще что-то на сайте? А, ой, теперь же меня полетит. Могу на тебя. Я могу, типа, вообще на базе. Так, сейчас мы с тобой убиваем, пошли сразу в эту штуку, потому что к нам выдвинутся. У нас ничего не пропущено, они сюда пойдут. Вон, а, не, уже идут, отходим. Он опять так же сделает. Я скоро сдам. Блин, нам я надо... Поле скоро сдам. У нас времени мало. Ну, пойдем в их лес вот сюда вот погуляем. Мы неправильно получилось. Нас типа не пошли на другие лайны. Пуш... О, смотри, всё, смотри, ребят, бегает товарищ. Я вижу, уходи, уходи. Не-не-не, почему, давай, почему? Давай. Хочешь подраться? Да, мы сильнее намного. Арба. Попал еще. Давай, я подбросил его. Давай. Твою мать, я в кирпичи бью. Все, забей, этого уже надо убивать. Давай, я блочить буду. Так, тебе надо назад возвращаться. Ой, это плохо.
Да мы из-за того, что, ну, типа, сразу не подрались, да, мы бы убили ее. Ты из трех атак ее убьешь. Я понимаю. Вот. Потом, короче, я подбросил очень поздно. Потом моя ульта попала двоих, вдруг сразу из нее выехал. То есть мы могли все сделать идеально, мы бы убили их двоих меньше, чем за 5 секунд. Да, надо было нас подождать, наверное. Не-не-не, мы вдвоем могли убить, мы просто сделали неправильно. Не, против пятерых это не зайдет нормально. Да, зачем нам в пятерых нормальных? Мы тестим не против пятерых нормальных, мы тестим, чтобы мы знали, что мы можем сделать и как мы можем друг друга засейвить, какой, какая сила у нас на какой минуте и когда можно, когда нельзя. Например, он был уверен, что мы сейчас не сможем подраться, надо отходить. А было, ну, уже теперь, я думаю, очевидно, что мы могли спокойно их убить. Вы сдохли оба. Ну мы сдохли, я же. Блин, ну я же. Ну серьезно, ты слышал ведь? Я сказал, что мы зафейлили. Мы, то есть мы зафейлили. Да. Это не мы ступили и мы не могли, а вот мы зафейлили, мы мув сделали, промахнулись, не сразу среагировали. Теперь мы дефи точно. Ну да, дефаем. Ну у нас предметы такие. 60 у меня, у тебя 60. Просто заходишь и убиваешь. Просто ульта. Да. Помидор. Черный баф забирай. Отлично. Ну тут, наверное, по миду вы идете, потому что он минус 5, а мы слева пойдем. Ну да, пойдем справа, мы справа пойдем. Давай. А вы по миду и слева. Там слева очень много денег, кому надо. Там 3 пака. Кто-то налево, наверное, надо. Ну хотя не сейчас прямо, а через 30 секунд уже надо будет. Интересно. Я думаю, что нет. Я думаю, что не успеем. Проверим. Проверим. Зависит от того, на что они сагрятся больше. На то, что у нас по миду идет чувак, или на то, что я подхожу. Я подхожу на ускорение, бегу, не отпускай. На них догоняю. Там еще кто-то идет. Сейчас буду подбрасывать, если что. Ульта 10 секунд. Так, отходим, отходим, отходим. Это опасно. 20 секунд, okay. Отходим, отходим, отходим. Так, я, возможно, сейчас отъеду, да, я отъезжаю. А ты с двух атак ее убиваешь просто. Ну, я отъехал, ты с черным, может, на мид пойдешь лучше. Отойди, да, лучше. Минус 2 получается. Ну, что там, тряпки остались, и один рампейдж. У меня вот так же. Да, ой-ой-ой-ой. Я понял тебя, понял. И двигайся, там за тобой сейчас сверху подойдут еще люди. Сзади. Я, блин, вот. На Мёрдока переключить, как увидишь его. Вот он сзади. Ты его с двух атак убьешь, если попадешь. Погоди. Давай, вот. Ой. Все, иди, иди пуш, забей на этого пацана, забей. Блин, что такое? А, ну можно, ну у него ману дофига. У тебя пока не будет блока, ты... Моё хп. Парни, это, убивай. Я дефаю лево, если чё. Ай, твою мать, как они проходят противника. Не агрессия, если крипы, это беда вообще. Ну, они агрессия крипов. Хотя бы. Я в них стрелу стрельнул в спину, и они дальше пошли им насрать. Ты... так, у тебя... Мне кажется, лучше мне на базу стоять, да. Подрегениться. У меня неправильная колода. Ну да, ну как бы у тебя не то, что неправильная колода, ты не знаешь, что ты можешь. Ты пока потенциал свой, видишь, да, мы там за сколько нафармили. Если будут позволять, то вот, ну, половину из этого на нормальных пацанах сможешь сделать. Нормально у тебя, ну только я вот лучше не вижу, а так нормально. Не, это хорошо, что нормально, одного не хватает или двух. Тут, типа, не, ну, не то, что лайфстил, а... Можно и без лайфстила. Дело в том, что мы должны правильно создавать тебе позицию, чтобы ты вот никогда хп не терял. Давай, чего? Бери. Я? Надо, вот. Вон босс сейчас появится, надо второго босса забирать. Он через вот минуту будет. Ну давай. Не, он через минуту будет. Пойдемте там пока мид, и надо опять черный проверить. Я вот не вижу таймер черного. Кстати, он еще резко, если скоро станет. Побежали, побежали. Вот смотри, вон, да-да-да, я вижу пацана, не знаю. Он разгонится, наверное. Он сейчас будет, он сильный. Дай ему, если можешь. А, все.
Если черный встал. Минус. Вот ты один раз попал по нему, и дальше у тебя скорости атаки не хватило. Мне не нужен. Черный стоит. Не, у меня уже все, у меня максимум все, что нужно. А, босс, я туплю, я туплю. Черный появился, пожалуйста. А, ну да, давай, давай, черный. Я уже типа немножко внимание потерял. Очки такие. Ребят, нас справа пропушат. Идем убивать. Блин. Беги прям, беги прям на них, прям в них вставай, тебя ультанет, Николай. Я за тобой, мне 5 секунд до тебя. Дай ему холл, чтобы он в тебя ульт сделал, когда вот ты скажешь, когда ты уверен. Хорошо? Они пошли. Так. Так, давайте. Давай, давай, давай. Как-то не в того полетел. Да, захейлил. Они прям пушат. Вам пушат. Нет. Или нет? Да. Где? Не слышу, вот она. Надо футбол пройти, мне кажется, подраться. Ну да, ну типа сейчас вот мув зафейлили. Могли подкинуть один раз, потом бы я подошел второй раз, они бы урон не нанесли башни последнего. Заберем черный и заберем босса. Вот у нас время есть и на то, и на другое сейчас. Индит скоро встанет. 48? Да. На меду. Один. Ну нам просто сейчас еще левый спушат, то есть с таким же успехом. Мы заберем, ну посмотрим по ситуации. Там типа пофиг на игру, надо мув доработать до конца страту вот эту. Мы просто понимаем, что дальше мы занимаемся этими бафами не нужно. Они больше. Они не нужны. Если они сейчас идут, то мы пошли справа сразу, сломаемся нахером. Вы дефите левый лайн? Попробуем. Ну у них минус один. Николай. Есть друг, есть не. Не, они не задефят, мне кажется. Ну мы будем верить в них, я не знаю. Попробуем. Пучка. В нормальной игре три чувака задефят. Четверых. Калари на базе. Они отходят. Они отходят, я тут понял. Ну, можешь, если то не давай им отходить, там скиллами бросайся, плюйся в них. Нам на ингибитор нужно около 6 секунд вот с этого момента. Нам понадобилось 10 секунд. Все, уходим отсюда. Я задержал кого? А типа если они, ну они сейчас к нам придут, нам нельзя черный баф потерять. Пойдем на босса теперь. Они сейчас будут развлекаться с этим делом. Ты за мной идешь? Ты где? На миду. Ты... Я через S иду. Стас, наверное, надо. Я за тобой. Я не люблю прыгать. Зря. Со мной же типа. Вон на миду, смотри. Ну типа да, можно убить. Нужно. К нему еще прилетит Мирель, тоже не, убивает. Ну если их Мирель прилетит, да. Пойдем туда прям. Пойдем, но... Да, пойдем, надо, чтобы Мирель в тебя полетела. Без меня. Мирель готова лететь, если что, да? Да, начал? Все, вот, ну вот он даст колд и летит. Лети. Куда там ниндзя справа, но ну, нам на миду надо пацанов убить. Миг. Что такое вообще? Не пойдет. Не пойдет, блин. На дамаг. Все, пошли отсюда. Ну, пошли. Пошли. Деньги нам уже не нужны, поэтому мы время на это не тратим. А по сути, третьего нормального и можно уже. Нет, по сути, нужно еще 5 раз вот так отыграть, чтобы понести слабости и косяков не делать. А вот потом можно будет выводы делать. Там проблема в другом будет. Не, если бы у вас был рэпер, там просто у той блочки. Сурку. Ну, свою. Рэпер. Без него-то хер подъехал. Уже в него. Кто-то идет забирать сферу? Я заберу. Я шучу. Стас, иди. Ой-ой-ой, тут кто-то прыгает, на меня прыгнули. Не знаю. Давай ему. Скоро добьем. Брат, я навыки. Ну это такое, убьем, все, нафиг, нафиг его, нафиг. На, Коль. Хорошо.
Вы дальше вправо продолжите кушать? Да. У меня маны мало. Давай, Коль. Так, ну ты идешь слева, я буду пока с тобой бегать, потому что надо тебя цейвить. Бегай сейчас. А, ну с тобой Мёрдок идет, ладно, я мид пока. Нормально. Нормально. Ты зашел, Коль? Да, я поймался прям тоже. Это я очкую. Не надо. Секунду, да. Давай, а выходи из зоны Картфорта, ебаха. Но они смещаются на вас. Люхи! Я тоже к вам иду. Убы отошел, наверное. Да, уже они уже не будут. Сейчас надо драться, либо. Сколько, Коль? 15. Не знаю, смогу ли я столько прожить. 10. Вот вампирка, может. Да. Ну, это такое. Ой. Я, короче, минус, если все, я минус. Трое на. Двое на миде, один мертв. Слава уйдет. Или слава. Ой, слава говорю. Хорош. Слушай, слишком да. Много. Только сейчас вы уйдете, там грукс подойдет. Сзади рампы. Грукс. Они начинают догонять. А, ты умер, да? Да, давно он умер. Понятно. Ну, короче, мне надо пока с тобой играть. Под, вот сейчас вот тоже ты сказал, что типа я очкую, а потом ты говоришь, я с одной плюхи убил. То есть ты пока не знаешь потенциал, тебе надо поддерживать есть пока. Есть беда у Уха, ну и у Полуверника, да? Им нужен кто-то, чтобы контролировать все это дело. То есть они сами складываются очень быстро. Ну здесь это понятно, да, это я с этим согласен, но сейчас проблема больше в психологическом плане. Он не знает, на что он способен, как игрок, когда одет это... в 60. Это, как бы сказать... Это надо 200 игр на стреля. Нет, это надо как бы не бояться. То есть вот есть чуваки, которые просто фармят и думают, что они будут убивать, если они не убивают, они такие, а почему я не убил, у меня 60 приметов. А есть чуваки, которые знают, что вот сейчас я даю 2 крита, и его точно можно будет, кто угодно спички убьет. Вот я к этому стараюсь натаскать его. То есть я поэтому стараюсь бегать с ним, там, блинк, чё, там, ульта здесь, я замедлю, ты давай разгоняйся, чтобы ты точно его добил, если что, и вот такое все дело. Так, время 21.00, нам надо вот теперь уже форсить, типа прям форсить. Давайте соберемся тогда в пятером. Давай. Пойдем, теперь мы с тобой, короче, мы с тобой, вот мы с тобой сейчас, мы тени Стаса, мы вообще не говорим, мы только за ним ходим. Он будет знать, что мы всегда его прикроем, мы только за ним. Один слева, я давай. К вам бегу. Не, мне интересно, сколько у этого. У Ингиба? Ты хочешь... Все, да. Мы просто за Стасом. Пошли. Коль, не по... Не-не-не-не-не-не! Я выбежу. Блядь. Коля. А, там просто идем на... Коля. Я забыл про него. Просто, если что, можешь, Коль, на меня прыгать. 20 секунд, прям быстро. Я даю блинк, ты в мой блинк прыгаешь, чтобы как можно дальше от них был. 15. Не успеем. 14. А, не, не успеем. 13. Я даю блинк, ты сразу в него, понял? Давай. Всё, ГГ. Или не ГГ. А, появился. Нет, появился ингибитор. Горело. Мы что-то секунду, да, где-то потеряли? Ну, там. В лесу. Я имею в виду в лесу, типа там что-то было. Да не, надо было просто наверняка забирать. Надо было просто подождать немножечко. Не, мы ж типа не знали, что сейчас появится. Ну и мы так как-то надамажили это всего 30%. Когда увидели 14 секунд, надо было уже уходить. А 14 секунд чего? Это типа вы увидели ингибитор? Да. А, я не понял, типа, о чем речь, я не понял, что он сейчас станет. Да, тогда по-любому это такое. Мы могли бы это сделать, будь у нас черный и красный наушницы, она бы смогла тогда. Ой, ну они сейчас снесут, нет? Ну да, но мы, типа, может быть, и... Нет, форма от эффекта. Я прямо, больше да. О том, что мы, наверное, сейчас все тянем еще минут на 5. Что вы тут? Ой. Смерть это тоже больно. Только сейчас он умрет. Да? И кора. Да, они, наверное, сейчас съест. 4 секунды до меня. Нет. Плюх снесут. 98. Не, они 98. Не, они...
отошли. Вот надо преследовать их, я не знаю, какие-то ульты в них давать. Ребят, у нас левый ингибитор сейчас тупо упадет, потому что миллиард крипов. Да, но я иду туда, я даже не знаю. Прямо не знаешь, что можно. Давайте надо. Пытаться убить просто надо, время выиграть нам. Блин, но я выкинул. Это да, это я ульту в троих дал. А я ульту в троих тоже дал. Иди справа, лимит. Да что? Не, надо, короче, убить хотя бы кого-то. Ну все, надо бежать в них, я не знаю, а то ядро упадет от крипов просто. Мы затянем типа игру, я не хочу еще тут сидеть. Это, кстати, цель нашел здесь, если что. Я тут тоже хватает. Да твою мать. Не, меня уже мёртвых пробивает больно, даже. Да. Отлично, словил. Спасибо. Мёрдока убил. Или нет? Да, убил. Она скоро горит. Ну, Грук сейчас добьёт. Бегу, Грукса подброшу, только добежать надо. Добежать-то хорошо. Так, я камень получил в зубами. Охренеть, тут крипов. Слышь, а, ну мёртвый мёртв, да, я убил его, так что я не утону. Ну, пойдём хилиться. Не знаю, у нас слева еле-еле стоит. Я бы хотел закончить игру до того, как наши ингибиторы встанут. Грукс у них 60, но я не знаю как. 60. Ну, мы затянули, я говорю. Ну, там, когда будет, да, мы затянули, 60, но 60, я 60, больше 60. Даже склоняюсь к тому, что если что, surrender, писать, я не хочу 70 минут играть. А типа я до 9 договорился, уже 9.05. Так я тоже. Мучаемся все. Что поделать? Не, в смысле, я не, это не то, что мучаемся, и типа я должен буду там пойти с кем-то во что-то поиграть, я должен уйти на улицу. Я понял. Так и я тоже. Ну, пробуем какую-то попытку одну, если она типа не получается, то... Да, если она не получается, то мы как раз и проигрываем. Пойдем, не знаю, врываться, убивать. 20 секунд, 15 секунд. С двумя ингибами отбитыми это будет. Ну пока что и у них вот. Надо отпушить. Да, мы вряд ли что сделаем. Ой-ой. А, ребята, вы где? Вы куда ушли? А я тут один, и я один убиваю троих. Мы же могли всех убить тут. Я сутой. Я подхожу, я с тобой иду, да. Я вот чуть сзади тебя пойдем, прям. Пойдем. Да, я с тобой. Уже пробуем. Уже, да, уже пробуем. Пойдем. Начинай ты. Да, да, да. О, твою мать. Чё. Так, ой, всё. Минуса. Так. Тёлочку убиваем, он похер на рампейджа. Я тебя, всё, я тебя блочу. Тёлку убивай тёлку. Все. Сейчас Грукса будем ловить. Ты где там? Ты живой? Я тебя не вижу. Он ловит его. Парень. Он бежит в кору. Тогда я лучше рекольно. Больной что ли? Куда он? А, ну да, да. Забрал? Нет, на нулях. Ну, кстати, сейчас может быть. А у нас есть варды? Есть. А тебе надо варды, подходы вот этот к этому ингибу. Они, возможно, сейчас как мухи на говно сюда полетят. Поубиваем бан. Сейчас, кстати, минус 3. Вот если мы сейчас еще поубиваем чуть-чуть, у нас будет 70 секунд, можно бэкдорить пробовать. А сколько до ингибов наших? 289. Жесть. Это медовые, боковой больше. А у тебя дефа дофига? Ты можешь танчить ингиб? Я? Да. Теоретически, да. А сколько у тебя, этот, Данил, собрано слотов на крит-шанс? Но мы... Блин, хреново! Если бы у тебя там кис-атака была... Если мы пойдем сейчас в, ну, отдефаем, да, и пойдем, то есть следующая проблема, что... Босса давай. Крипы пока. Быстрее. Ну да, блин, ну чё, ну придется... Ну мёртвых тут лазит, я здесь. Ты здесь? Ты рядом? Не, я на этом... Не, не тебе, я... Слушай, он, по-моему, фигарит нас. Пойдем, уходим. Мы у нас без властила, мы не убьем. Убьем вон пацанов двоих. Сейчас стой, ждем. Вот ждем, они следующий пак крипов. Ребят, не пались. Ждем, они следующий пак крипов начнут бить. Отвлекутся, и мы влетим, убьем их. Либо сдохнем, и у нас честь. Да, мид.
Он уже съедает пошел. Просто. Не-не, все, побежали, мы должны убить и рекольнуться. Давай. Так, 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 он пока не разгоняется, даже он не подозревает. Давай, 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 это плюха. Реально, что ли? Все, гасимся, база, база горит, газа борит. А-а-а, меня убили. Ты попал всего два раза. Ты попал два раза, это фейл, чувак. Ты бы его с трех критов убил. Вот, ты если вообще и попал, то два раза, остальной урон я нанес, это фейл. Я заходил сзади, ты должен был на разгоне до конца идти. До момента атаки. Он был без разгона, он от нас не уходит. Это конец. Конец, конечно. Да, вы чё отвалились, вали. Быстрее, быстрее. Ну, они заслужили победу, чё. Мы 60 взяли на 22-й минуте. Они заслужили победу. Мы слишком затянули. Ну, мы не знали, на что мы способны. Во-первых, он, конечно, собирал, все вот эти вот ребята, они собирают, конечно, экспу и т.д. Но никогда, никогда они не, скажем так... Мы не пытаемся их копировать или подражать им. Не, послушайте. Они также ганкуют, также выходят, значит, на лайны, да. Вот. Они бегают, да, они роумят, они никогда они не стоят на месте, в принципе. Но, есть еще очень важное но. Они... Они не делают так, как вы, да? Они не отдают турели просто вот так вот. Они отдали вам три турели первые. Они 3-9. Существо, которое 51 напарило. Они вам отдали три первые турели, они за них не сражались. Я реплей помню. По поводу тактики. Это почему такое было? Это было потому, что они играли, ну, ненормальным составом, да? Вот. И они просто скинули все это дело на рандомов, а сами занимались исключительно... скажем так, работай на Я хочу комментарий ставить. Ты пытаешься нам объяснить, почему мы проиграли или что они делали? Потому что у меня лично вопросов вообще по игре нет. Я все понимаю, что сейчас произошло. Надо было с определенного этапа ходить уже со мной, в том числе, из команды. Ну, потому может что... быть, да. Потому что игра, как бы, вы на фарме... Мы, типа, не пытались выиграть, мы пытались проверить, как это работает и что это дает. И все, нам не нужна... Вот мне не была сейчас нужна победа. Мы зашли, да, мы зашли с мыслью, что мы тестить зашли. У нас был рандом... Ну, конечно, нет. Но скажу честно, это трешак. Ну, вот если тебе вот не ребята. Понравится, в следующий раз ты должен сказать, что ничего не пробуем. Но когда мы идем с рандомом, если мы не будем ничего тестить, а будем трайхардить, я так не хочу. У нас 7 человек, если мы не будем трайхардить, типа, когда... Ну, то есть, ты понял, да? Не понял. Ну, трайхард значит потеть. Я говорю о том, что если нас 4 человека, и мы не можем чего-то тестировать, а должны потеть с рандомом в команде, то я так не согласен, при том, что у нас 7 человек есть. Если когда нас четверо, мы можем что-то тестировать, пробовать и смотреть, тогда круто все. Да, это работает, ты видишь, опыта на луке нет. Во-первых. Причем если Данил нормальный опыт. Только надо коротенько, потому что уже время. Он мог там пару раз задуэлиться лучше. Подожди. Мы уже выиграли еще раньше. А, ты имеешь в виду... Какого опыта? Ну, Данила какого сейчас плана? Не знал, когда он может убить с какими значит, предметами, а когда не может. Куда меньше, чем да. Либо. Сравни Либо, уверенность его. Ну, я так не думал, что Т2 я убью за два удара. Вот. Да. Будь у него лайфстил, он... Он рейндж свой не видел хорошо, он не знает пока. Дай Коль послушай. Коль, что ты хотел? Если у нас Данил еще чуть лучше наиграет на луке, чуть больше игр там, чуть лайфстильчик или просто выживать будет подольше. Он был последним в замесе, где он умер. Он не дождался 2 секунд до моей ульты. Я бы туда прилетел, мы бы размотали всех и снесли им гиб. Да, эта ситуация решается либо лайфстилом, пока, ну, легкий вариант. Это плохой вариант, легкий, потому что он меньше урона дает. Либо мы должны его прикрывать. Но это я на себя беру. Значит, по поводу игры четвером. По поводу тестов и прочего. Значит, посмотрим. Но я скажу сразу, да? Сегодня был исключительный случай. В дальнейшем. Будем смотреть. Не всегда, далеко не всегда мы будем играть, скажем так, от тестов. Тестов потестить можно и соло, и дуо. Не, нету соло. Есть время, либо мы играем вместе в команде, либо мы не играем вместе в команде. Я объясняю. Если мы играем вчетвером, мы играем и пытаемся... выиграл, даже в четвером. Прайм тайм вообще не важно. Прайм тайм. Вот.
тесты, все тесты, собственно говоря, вне прайм-тайма. Стас, ты должен нам тогда обеспечить первый состав обязательно 5 человек всегда. Я ничего не должен, начну с этого. Ну, ты как бы чувствуешь ответственность за то, что нам нужен пятый человек? Это во-первых. Во-вторых, вы можете сами собираться вне прайм-тайма. Вот. То есть, если есть такая инициатива, если есть, это здорово, пожалуйста. От меня, соответственно, я могу присутствовать. Если вы хотите что-то потестить. Чего ты сказал последнее? Далее. Я не услышал последнее. Ты сказал, от меня я могу что-то там, я не понял. Я говорю, я могу, если что, подойти, в принципе. Если заранее согласовать и протестить это... Не, ну типа ты хочешь сказать, что если нас 4 человека, то... Сейчас я согласен. Я никаких претензий не говорю, но в целом. Я объясняю, да, то, что твоя логика. Я говорю, что я с ним не согласен. Это раз. Значит, далее что? По поводу игры, ну, я согласен, что Даниле нужно учиться, скажем так, опыт. Учиться надо нам всем. Вот. Тебе на Гидеоне, с учетом того, что у тебя на нем кадров много, да? Мне у меня на... немного, у меня это 7-я игра на нем. Ну вот, я и говорю, немного. Ты сказал немного, я думал, много сказал. Вот. Да, всем есть что. Да я бы не хотел на нем учиться, я хочу дальше на своей мейн роли садиться, я не хочу, я-то сейчас на замене типа сижу. Типа нафига мне играть на том, на чем я 10 лет не накатывал. Я 10 лет катал на мили-классах и знаю поведение, это логику спорно. И суть. Дело пересядь на рамп. Да, рамп это не то, рамп это танк. Дело в чем? Хорошо, составь мне пик, я уже... Да блин, я в Груксом буду дальше играть. Просто он будет у меня другой. Хорошо, составь персонажа, составь вот пик наш, да, расчетом на то, как ты видишь, да, потому что сейчас, мне, я единственная замена, которую подумываю делать, это Лука на Мёрдока. То есть, а в остальном останется. У нас есть замечательное дуо, которое способно ганкать даже... когда мы играли против Платины и Даймонда. Очень хорошо заходит Ирли Ганг Станлок. Далее. Значит, Гидеон. Ты хочешь заменить, короче, Гидеона. У меня вообще такая позиция. Вот у нас есть 4 человека, которые точно, да, играют давно. Мы должны отталкиваться от 4. Я не знаю, на ком играет Мансур, поэтому если он... Ну, на ком ты играешь? Давай сразу проясним. Или у тебя пофиг? Мне все равно, кроме вот, спорта. Отлично. То есть он может любую позицию заменить и будет хорошо все. Ну, мы можем ее типа наигрывать. Поэтому я считаю, что в лес должны с тобой мы вдвоем ходить. Я и ты, Стас. Я Грукс, и ты вот это вот что-то ты там себе выбираешь. И, например, да. Потом я буду еще что-то брать. И мы должны убивать. Мы должны убивать, а не просто бегать и пытаться что-то там забрать. Мы должны убивать и все время на это сосредоточиться. У нас хорошо на кэрри будет играть Данил. То есть его, по крайней мере, поднатаскать изи по сравнению со Славой. И у нас есть саппорт, который саппорт отличный. Значит, то есть ты предлагаешь заменить рампу на Грукса? Я предлагаю отталкиваться от игроков, а не персонажей. Ну да, да, ну и отвечая на твой вопрос, да, я хочу играть на Груксе. Давай составь с учетом своих пожеланий, что ты хочешь. И кинь, не знаю, в личку, либо в группу ВК. Ладно. Алло. Там, ну я, наверное, это сделаю к. Ну, то есть завтра мы еще поиграем там, как ты, да, скажешь, там, ну, то есть Гидеон, там, да, вот это все дело. Но там послезавтра я напишу. То есть завтра я не успею, наверное, подумать об этом нормально. Завтра. Мы возьмем парня из второго состава. И вместо кого он будет? Мириэль. Вместо вот. Саппорта нашего? У нас Коля не будет. Коля завтра, да. Коля завтра будет. Ладно. Что еще? Сказать? Он саппортом будет играть, этот новый парень? Да. Тоже на Мириэль играет, он серебрянка. Да? Понятно. В общем, не криви, я знаю, что ты сейчас... Не, я думаю, типа, лицо. я думаю о том, что, типа, вот, то есть я должен буду понимать, что на меня, может быть, не прилетят, я должен буду себе больше дефа взять и ты по-другому играть. Сначала посмотри, а потом делаю. В общем, ладно. Что мы сделаем? Значит, с тобой, Тёма, разобрались. Что еще? Завтра в 6? Завтра в 6. Все, я ухожу тогда. Я тоже ухожу. Кстати, Коль, минут 8. Disconnected. Connected.
Channel switch. Алло. Че, наигрался? Да, выиграли пару каток. Ты заходил, посмотрел.